В эти выходные во всей Московской области прошла ежегодная экологическая акция «Лес Победы». Городской округ Щелково не стал исключением. Так, в микрорайоне Жигалово возле памятника в честь павших в Великой Отечественной войне высадили 11 молодых елей. Участие в мероприятии приняли жители микрорайона, заместитель главы округа Сергей Горячев, депутаты и молодогвардейцы. В свои 94 года три дерева лично посадил ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович Петренко. Какое дерево по счету сажать? Вы в молодости сажали деревья? Вот третье уже буду. Третье, да? Да. А в молодости сажали деревья? Нет. Да? Нет, у лесничества есть маленькие сажал, но да. Там совсем не так это. Ежегодно жители Подмосковья выходят на посадку леса и озеленение городских территорий в память о своих родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной. И каждый раз участие в этой доброй и по-настоящему важной акции принимают как взрослые, так и дети. Самое важное – это память о тех годах тяжелых для нашей страны, когда поколение наших победителей одолело тяжелых боях фашизм и отстояла свободу и независимость нашей Родины. Вот это самое главное. И память мы тут должны сохранить. Очень приятно сажать деревья, тем более в такую замечательную акцию «Лес Победы». Это действительно патриотическое мероприятие. У нас и дети принимают с удовольствием участие, помогают поливать, помогают сажать. И я уверен, что будут ухаживать за этими деревьями. В этом году акция «Лес Победы» будет проходить до 25 мая включительно. Чтобы высадить свой «Лес Победы» и принять участие в эколого-патриотической акции, можно выбрать удобную площадку с помощью интерактивной карты на геопортале Подмосковья в разделе «Сохраним лес-2021. Сад памяти. Лес Победы». Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.